всем гостям и зрителям моего канала огромнейший привет! Доброе утро, добрый день, доброе времени суток! И сегодня, моя хорошая, я хочу сделать обзор моей самой любимой орхидейки. После долгого отдыха проснулась моя спящая красавица, моя любимица. Вот такая вот мини, я ее называю дюймовочкой, орхидейка. Она небольшая, нежная, красивая. Не знаю почему, но буквально месяцев 8 она отдыхала. Что-то может ей не нравилось, но она меня сейчас порадовала к Рождеству и подходящему Новому году своим цветением. Хочу показать, как от стебелечка, посмотрите, отходят вот такие 4, раз, два, три, 4, вот такие раскидистые веточки, на которых мы видим вот прекрасные фиолетовые цветочки. И как будто бы глазки смотрят на нас. Посмотрите, какая красавица. Фиолетовые цветочки с белыми разводами по краям. Вот так вот она. Вот так вот она зацвела. Я так долго ждала ее цветения. Конечно же, подкармливаю. Такая красавица. Как же она меня радует. Вот, в горшочке. Такая моя девочка красивая, яркая. Просто королева красоты. Еще раз покажу. Многие бутончики еще не распустились. Посмотрите, здесь еще новые. Вот такие бутончики будут открываться. И сейчас я вам покажу немножечко эту красавицу, как она выглядит. Вот так. Очень люблю орхидейки. Просто сказочные цветы. Так, мои хорошие, вот такая красота у меня распустилась и цветет на Рождество и к Новому году. Спасибо огромное за внимание. Приходите в гости, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада новым друзьям. Всем приятного дня. Пока-пока. С вами была Светлана.